хочу сказать про памятник комсомольцам, который находится в самом центре города Волгограда. Памятник разрушается. Состояние его вызывает озабоченность. Скорее всего, скоро мы его потеряем. Пьедестал разрушен самим памятником. Опора тоже скоро упадет. Но самое интересное в этом, что монумент находится под окнами администрации, которая непосредственно должна проводить работы по его сохранению. Но, как видим, этого не происходит. В этом году также страна готовится отметить столетие комсомола. Так вот, мы ждем праздника, готовимся.